Наша съемочная группа уже не в первый раз рассказывает зрителям об этапах строительства городской соборной мечети. Прогнозов и точной даты окончания строительства, как говорит председатель общины мусульман города Минкадир Резяпов, по-прежнему нет. Однако в последнее время стройка ушла далеко вперед. Все благодаря спонсорам и просто неравнодушным людям. Сегодня уже можно гордиться тем, что в здании утепляют полы. Интернет-провайдер нашего города Новонет и Научебоксарское кабельное телевидение в качестве помощи строящемуся религиозному объекту проводят свои кабельные телефонные сети. А также прихожанам мечети будет обеспечен доступ в интернет. Тем более на сегодня работает у нас отопление проводим. Ребят хочу поблагодарить, которые работают сегодня электричеством, отоплением. А также персонально хочу поблагодарить Юрия Петровича Клычкова, потому что в его под его руководством на сегодня проводятся мечети, интернет, кабельное телевидение и проводится телефон. Благодаря этому мы можем освещать в дальнейшем свою работу. Это огромная помощь для нашего мусульман города Новочебоксарска, для нашего прихода. Всегда кабельное телевидение освещало и показывало горожанам и все чуваши, кто смотрит, и все России также, это самое, как проводится работа, как идет строительство мечети в нашем городе. В планах председателя общины в скором времени создать свой сайт, где будут отображаться все главные новости мечети и новые этапы строительства объекта. Напоминаем, что строительство мечети началось в 2011 году и продолжается до сих пор. Новочебоксарская мечеть будет иметь площадь около 250 квадратных метров, высоту 9 метров, минарет поднимется над землей на 25 метров. Одновременно в ней смогут собираться на молитву около 150 верующих. Сабина Вишневская, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарска.